Всем привет! Меня хорошо слышно? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Как вы меня слышите? Отлично. Количество участников растет. Я рада вас приветствовать на нашем марафоне PhotoFit. Сегодня мы будем работать на наши прекрасные ножки. Хочу представиться вам. Меня зовут Мария Николаенко. Я являюсь мастером спорта по боксу, по кикбоксингу. Очень хорошо осведомлена все, что касается спорта. Хочу вам сразу сказать, что вам пригодится водичка. Не стесняйтесь пить, но не борщите. Отлично. Тренировка у нас будет сегодня не очень сложная, из простых упражнений. Я думаю, многие из вас их уже знают. Отлично подключается. Хорошо. Я рада вас приветствовать все больше и больше. Если у вас есть какие-то вопросы до начала тренировки, можете их задать. Я знаю, что у девушек есть такая проблема – это ушки. Многие хотят убрать, многие хотят красивую форму наших красивых ягодиц. Вот. Я вам сегодня покажу 6 упражнений, которые действительно могут вам с этим помочь. Если вы их будете выполнять ежедневно, ну, в дальнейшем, сначала, конечно, 3 раза в неделю, я вам обещаю, что у вас форма вашей попы, она будет просто прекрасная. Я с вами делюсь, потому что на своем опыте я сама выстраивала под себя фигуру, потому что когда я была профессиональным спортсменом, у меня фигура была другая, то есть она была не такая мышечная, как сейчас. Так что все в ваших руках. Мы сейчас с вами поработаем, готовьтесь. Несколько упражнений у вас будет стоя, несколько упражнений у вас будет на коврике. Советую вам взять с собой стул, ну, допустим, вы будете немножко облокачиваться на него, есть такие упражнения. И коврик, водичка. Если вы уверены в своих силах, то вы можете взять утяжелители на ноги. Сейчас мы подождем еще минуты 3-4 и начнем наши основные упражнения. Эфир займет не больше часа, может быть, даже минут 40. И знаете, да, что когда вы регистрируетесь на Coral Club, в конце тренировки у вас будет мой авторский чек-лист со всеми упражнениями. Что-то вы добавите, я имею в виду вес или количество повторений. Там это все прописано, то есть очень понятное руководство. Я вам советую, девушки, воспользоваться им. Эфир мы обязательно сохраним, это 100%, потому что вдруг вы что-нибудь забудете, будете возвращаться к нему иногда визуально лучше посмотреть еще раз. Отлично, к нам добавляется. Если кто-то не знает, я еще раз повторюсь. Меня зовут Мария Николаенко. Я являюсь старшим тренером по боксу и кикбоксингу. И сама долгое время была в национальной сборной и, собственно, чемпионка страны. Так что будьте уверены, со спортом я на «ты».
Я рада всех приветствовать. Еще минутку, может быть, еще кто-то подключается, и мы начнем наше упражнение. Подготовьте сразу водичку, но много не пейте, то есть глоточек-два этого достаточно, потому что тренировка не супер интенсивная, она не на сжигание жира, она на подкачку, на округлость, на тонус мышц задней поверхности бедра, собственно, чтобы мы убрали наши ушки, которых, если у кого-то они имеются. Ну и вообще, тема ягодиц, она достаточно актуальна. Да, еще раз всем привет. Да, при варикозе никаких ограничений с варикозом нет, потому что мы берем не такие большие веса. Точнее, сегодня мы вообще делаем со своим весом все упражнения. Если у вас имеется варикоз, делайте со своим весом. Не нужно добавлять каких-то сумасшедших килограммов. Тренировка на ночь, ну, вполне нормально. У всех свои биологические часы, и у кого-то 8 или в 9, даже в 10 бывает, что очень даже комфортное состояние для тренировки. Ну все, я думаю, что нам пора начинать. Мы сейчас начнем с разминки. Еще раз повторюсь, вам нужен будет небольшой стульчик для нашей тренировки. Немного воды, коврик, и мы будем работать на наши стройные ноги. Давайте немного разомнемся. Хорошо. Давайте начнем с рук. Хоть они нам и не понадобятся, но разминать нужно все. Вращение вперед, назад. Отлично. Рывки руками. Обхват корпуса. Предплечье. В обратную сторону. Запястье. Отлично. Собираем ручки к себе поближе. Разминаем корпус. Амплитудные вращения. В обратную сторону. Супер. Размяли корпус. Повороты. Наклоны вниз-назад. Опускаемся. Потянулись вперед. И назад прогнулись. Вперед. Назад. Отлично. Последний. Скользящие ручки. Наклоняйтесь как можно ниже. Хорошо. Мельница. Все так же разминаем спинку. Хорошо. Разомнем ножки. Коленочки вовнутрь. Закручиваем. В обратную сторону. Отлично. Голеностоп на носочки, на пяточки. Хорошенечко все наши суставчики разминаем. Они нам сейчас пригодятся. Отлично. Тазобедренные суставы. Вращение наружу. 5 раз. 3. 4. Последний. 5. И то же самое на левую. 1. 2. 3. 4. 5. Хорошо. Вот мы немного размялись. Сердце чуть забилось. И мы готовы к тренировке. Первое упражнение шести. Мы работаем приседания. Садимся внимательно на пятки назад. И встаем полностью. Делаем мах назад. Не в сторону. Очень четко выводим ножку назад. Хорошо? Здесь у вас сокращается ягодица. Как только вы сели, встали, сократили ягодицу, этого достаточно. И снова уходим в присед. Мах назад. Присед, небольшой мах назад. Вы должны почувствовать эту ягодичку. Вы помните,
мы делаем количество повторений на 10 раз. 6, 7, 8. Очень важно не махать ногой. Очень статично ее поднимаем. 9. Последний. 10. Отлично. Прорабатываем сразу же вторую ножку. Садимся на пятки. Глубокий присед. Встаем. Делаем мах назад. Без резких движений. Не нужно никуда торопиться. 2. 3. 4. Отлично. Прорабатываете ножки. 5. 6. 7. 8. 9. И последний. Отлично. Подышим немного, и у нас таких еще 2 подхода. Подышите, можете глотнуть водички. Немножко восстановиться. Между подходами у вас как минимум минута отдыха должна быть, чтобы мышцы немножко расслабились и были готовы к новой работе. Дышим. Отлично. Продолжаем на второй подход. Точно так же. Садимся на пятки, носочки чуть-чуть в стороны. Очень важно сесть как на стул. Вы садитесь. Никаких коленей вперед. Мы сели и встаем с махом назад. Сели, встаем с махом назад. Никаких резких движений. Очень спокойно дышим. 5, 6, 7, 8, 9. Последний на эту сторону. 10. Отлично. Сразу же переходим на вторую. Раз. Садимся в глубокий присед. 2. 3. Ни в коем случае не ускоряйтесь. Все спокойно. Полностью поднимаемся. Полностью выводим ножку назад. 5. 6. 7, 8, 9 и последний. Отлично. Дышим. Дышим. Это был второй подход. Мы отдыхаем, восстанавливаемся, пьем водичку. Глоток 2 больше не нужно. Понимаете, если вы, допустим, пьете очень много воды после каждого подхода, начинаете просто в себя вливать, вам потом тяжелее тренироваться. На самом деле организму будет достаточно глоток или два, чтобы продолжать, чтобы организм остановился и был готов к работе. Дышим, дышим. Да, вот смотрите, вот девушка пишет, что на махах назад болит поясница. Не нужно гнуть вот таких вот махов назад, чтобы поясница там просто перекручивалась назад в дугу. Вам нужно просто поднять немного ногу. Не нужно делать балет, вот у вас максимум 45 градусов, и возвращайте обратно. Не нужно выше. Вам не нужно вот это вот расстояние высокое. Вам нужно просто сократить мышцу. Вы ее сокращаете, возвращаете в исходное. Все. И делайте это достаточно медленно. Приготовились. Работаем третий подход. На правую сторону. Глубокий присед. И выводим ножку назад. 2. 3. Ровно назад поднимаем. 4. 5. Отлично. 6. Я надеюсь, вы делаете все как нужно. 9. 10. Давайте на вторую, на левую поедем. И 1.
Два. Три. Четыре. Пять. Еще пять раз. Давайте, девчонки. Шесть. Семь. Восемь. Еще два. Девять. И последний. Отлично, мы сделали одно упражнение. Мы сделали большую работу. Нам осталось всего пять. Дышим, отдыхаем. Отдыхаем. Я думаю, что те, кто давно не тренировались, могут ощутить наполняемость своих ягодиц. А те, кто уже готовые девчонки, они спортсменки, там, например, да, если вам очень легко, я говорю, можете надеть на ножки утяжелитель. Дышим, дышим. Сейчас будет второе упражнение, и вам понадобится стул, ну или стена, в крайнем случае. В общем, какая-то точка опоры. У меня стул. Мне нужна спинка, чтобы немножко вес тела перегрузить на эту спинку. Мне нужна будет сейчас также ягодица. Понимаете, если вы хотите какую-то красивую форму, приподнятую вверх, это как раз те упражнения, которые нам нужны. Я вам 100% говорю, потому что, повторюсь, как и в начале эфира, я сама меняла свою форму, которую вы сейчас видите, собственно, в прямом эфире, потому что я была совершенно другая, когда была спортсменкой, профессионалом. Ну что, если вы готовы, давайте начнем. Покажу вам сбоку и также покажу потом фронтально. Мы начинаем с правой. Ножка у нас в статике, мы чуть-чуть ее приподняли уже. Мы делаем на два счета 10 раз. То есть у вас раз, два сократилась ягодица, но до конца вы ее сюда не ставите. Вы так и оставляете статично, она у вас уже напряжена. И таких 10. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Следите за высотой ноги моей. Восемь. Не нужно высоко поднимать. Я думаю, что вы и так чувствуете, что у вас напрягается то самое место. Десять. Сразу переходим на левую. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Еще четыре. Семь. Восемь. Девять, последний. Отлично. Ну, я думаю, вы почувствовали. Если вы чувствуете, напишите, пожалуйста, плюсик или комментарий какой-нибудь оставьте, потому что сейчас у вас отдых минута. Дышим, дышим. У вас немного задействуется спина, поясница, но она не должна чувствоваться болезненно как-то или перегружаться очень сильно. Все внимание на ягодицу, все. Раз, два, все, видите, какая она кругленькая сразу, то есть, потому что она напряжена. Отлично, отлично. Я вас вижу, все ваши комментарии, плюсики. Значит, вы все делаете правильно. Мы переходим ко второму подходу, потому что упражнение, в принципе, не такое уж сложное. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Не торопитесь. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Крайний. Отлично. Сразу же меняем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять раз. Шесть. Семь. Восемь, девять и крайние. Отлично, отдыхаем, девчонки, отдыхаем. Супер, супер. Заметьте, да, что мы не задействуем большие мышцы ног, они вам вообще не нужны. Здесь развивать ничего не нужно.
чтобы вот таких вот мощных ног у нас не было. Но главное подчеркнуть наше достоинство, все верно? Так что мы работаем, вот и вы чувствуете это местечко. Ну, без приседов, конечно, никуда, все равно их нужно делать. Но я скажу вам честно, я против огромных штанг, огромных весов. Мне кажется, нам будет достаточно небольшого веса. Но у вас опять же все будет в чек-листе, вы посмотрите и увидите, что там небольшие веса мы прибавляем. То есть сейчас мы делаем со своим. Вот свою ножку поднимаю, сколько она весит, допустим, 10 килограмм, да, допустим. Вот, мы ее поднимаем, пожалуйста, 10 килограмм. Потом вы прибавите там, килограмм, два. И все, у вас пойдут другие вообще совершенно результаты. Приготовились? У нас третий подход. Внимательно, ягодицу не напрягаем. Поясницу не напрягаем, она у вас чуть-чуть задействуется, понятно, она у вас будет немножко. Если тем более вы давно не занимались, она у вас будет проявлять себя, допустим, в каких-то ну, таких ощущениях, что она напрягается просто. Ну, это не критично. Главное, чтобы не было вот таких махов. Такое делать не нужно. Прогибаться назад и так далее. Зафиксировали, встали, все. Ножку подняли немного. У вас уже напряглась ягодица. От этого положения мы поехали на два счета. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Меняем сразу. Раз, два, три, четыре, пять, давайте, девчонки, шесть, семь, восемь, девять и последний. Супер, я вас поздравляю. Мы закончили второе упражнение, согласитесь, но оно было вообще абсолютно простым. Я вообще любитель простых упражнений, которые не нагружает наш мозг. Мы можем дома, в свободное время, смотреть телевизор, стоять, поднимать ножку. Ну, согласитесь, это же вообще не трудно. Нужно тягать веса на себе, вот на эти огромные приседания. Можно просто вот держать в тонусе, и у вас все красиво потянется. Пока вы отдыхаете, у нас будет третье упражнение сейчас. Как раз нам сейчас пригодится коврик. Как вы себя чувствуете? Можете написать, допустим, что у вас с ягодицами происходит? Девчонки, я говорю, кто в себе уверен, вешаем спокойно утяжелители на ноги, работаем с ними. Вы так больше прочувствуете все свои мышцы ягодичные. Отлично, отлично. Ну все, переходим на коврик. Я думаю, вам все готово. Опять же, несложное упражнение абсолютно. Мы ложимся с вами на бочок. Красиво ложимся. Здесь вам как удобно будет. Вы можете на локте на своем оставаться. Можете вытянуться, если вы совсем устали. Мы сгибаем нижнюю ножку в коленочки. Верхняя у нас сейчас будет работать. Мы выводим ее назад и делаем вращение вперед, полный круг. Сейчас вы должны почувствовать, как у вас вся передняя часть бедра напрягается, задняя, ну, ягодицы, естественно. 4, 5, рисуем круг. 6, 7, как можно дальше выводим назад. 8, 9, 10, 10 раз у вас всего. Сразу же меняем. Сразу же меняем на второй бочок, коленочку сгибаем и верхней ножкой работаем назад. Раз, два, три. Медленно, не торопитесь. Четыре. Смотрите, чтобы у вас работала только нога. Не нужно задействовать все тело, помогать своей ноге. Помогать ей не нужно, она может справиться сама. Шесть, семь, восемь, девять. Крайний 10.
Здесь мы отдыхать долго не будем, потому что у нас отдыхала уже одна ушка. Мы сразу же переворачиваемся и опять делаем десятку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, отлично, восемь, давайте, девчонки, девять, десять. Вот на втором подходе вы сейчас будете чувствовать все больше и больше свою ягодичку и мышцы ног. Собственно, где вот наши грифы, вот это все. Это упражнение как раз туда, по адресу. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Переворачиваемся. Если у вас напрягается нижняя нога, которая у нас в коленочке, мы сгибаем, да? Ничего страшного, это нормально. Не нужно переживать за это. Раз, два, три. У нас уже третий подход идет. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Последний. Отлично. И последний подход. Давайте быстренько переворачивайтесь на другую сторону, сгибайте нижнюю и поехали назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Последний. Супер. Хорошо. Отдыхаем. Пьем водичку. Я думаю, вас напряглось все, что нужно. Это как раз наши галифе. Вот здесь они должны хорошенько были напрячься, загореться, немного дать о себе знать. Напишите свои ощущения, как, что, то ли у вас работало. Попейте водички, если это необходимо. Заметьте, мы уже сделали три упражнения из шести. Я не думаю, что как-то вам было суперсложно, да, с этим. Я очень переживаю, чтобы у вас напрягалось именно то место, которое нам нужно. Свело бедро, это тоже нормально. Заметьте, мы делали со своим весом всего по 10 раз три подхода, то есть это вообще немного, это вообще немного, я вам скажу. Но когда вы добавите сюда, допустим, 20 раз на каждую ногу и еще добавите еще утяжелители туда, это будет супер эффект, но это все постепенно, конечно. Сразу не нужно там, вешать на себя, создавать какой-то ненужный стресс для организма. Очень спокойно, плавно, с комфортом. Тренироваться нужно вообще с комфортом. Не нужно себя заставлять, напрягать. Поэтому я говорю, я люблю вот эти вот все упражнения. Отлично. Ну что, мы идем дальше, и мы идем к четвертому упражнению. Мы приседаем, ну, опять же, комбинированный присед. А я просто считаю, что просто вот эти приседания бесконечно, они, конечно, имеют место быть, но немного скучновато, да? Мне нравятся все вот эти махи, там, добавлять, разбавлять что-то, но, опять же, не сложно. Мы садимся, встаем полностью и выводим ножку в сторону. Ну, где-то 90 градусов, можете меньше выводить, там, чуть меньше, но как минимум 45 градусов нужно поднимать. Но 90 было бы лучше. Два. Три. Четыре. Пять. Не торопимся, спокойно, с улыбкой работаем. Не напрягаем себя. Семь. Восемь. Если кому-то кажется, что очень легко, на самом деле эти упражнения очень действенные. Десять. Сразу же работаем на вторую сторону. Раз. Давайте сбоку вам немного покажу. Садимся, глубокий присед. Два. И выводим. Ножку. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь.
8, нарабатываем 9 и последний. Супер! Отдыхаем. Если вы сумели предположить, да, у вас вот такие упражнения немного сложные, такие как приседания вот с махами в стороны и назад. И есть такие более легкие, просто вот, это называется пампинг. То есть это такая забивка. После основного вот этого тяжелой проработки, приседание это тяжелая проработка, у тебя включается вся мышца бедра. А пампинг это вот как раз изолирован. Ты раз, раз и добил эту мышцу. Отдыхаем. Готовимся на второй подход. Приготовились. Работаем на правую ножку. Глубокий присед в сторону. Два. Три. Не торопимся. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще два, девчонки. Девять и последнее. Отлично. Работаем на левую. Сразу работаем. Тут же. Раз. Переключаем. Два. Стараемся ножку под 90 градусов тянуть. Четыре. Пять. Вот мы как раз сейчас сокращаем мышцу в местах галифе. Как будто ненавистно это слово, я думаю. Семь. Восемь. Девять. Последний. Отлично. Отдыхаем. Отдыхаем, девчонки. То есть, заметьте, мы садимся и не даем мышце отдыхать. То есть, когда мы делаем присед, мы встаем, там, на секунду зависли, садимся снова. А здесь она всегда в работе. Она работает. И только между подходами она отдыхает. Нам остался еще один подход. Я думаю, вы все выполняете, вы все справляетесь. Ставьте плюсы, если что-то не так, что-то вас беспокоит, как-то неправильно. У вас акцент весь на ягодицы и на ноги. Не нужно подключать дополнительно спину, бока, там еще вот так вот качать из последних сил. Если вам так тяжело, просто замедлите темп. Не нужно ускоряться, там, бежать куда-то, лишь бы выполнить эту тренировку, сказать, блин, я такой крутой, сделал эту тренировку. Не надо, сделайте правильно. Просто вы сели, встали, подняли ножку, все, не нужно торопиться. Приготовились на последний подход. Глубокий присед, мах в сторону. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Работаем, девчонки. Восемь. Девять. И последний. Крайний раз на левую ногу. Поехали. И глубокий присед. Галифе. Глубокий присед. Боковая наша ненавистная. Три. Четыре. Пять. Пять раз последний. Нажимаем, подключаем резервы свои. Семь. Восемь. Ну и крайний. Садимся и мах. Отдыхаем, девчонки, вы молодцы. Сделали уже 4 упражнения. Я думаю, вы выполняете все как нужно. Сделали уже большую часть. Дышим, восстанавливаем, даем отдохнуть, чтобы мышцы осознали, что их сегодня тренируют. Но никто их не убивает, стрессом никакой ущерб, никакой стрессом не грозит. Все хорошо. Мы делаем это в удовольствие. Согласитесь, просто как это, мы
общаемся, да, и со звездами иногда, и говорим, что мы хотим, пусть она будет крупненькая, пусть она будет классная. Я делаю это не зря. Я делаю, потому что эффект 100% будет. Вы знаете, что во всем важна какая-то дисциплина, правильно? Но ни в коем случае не в ущерб себе. Напишите, как у вас ощущения, как у вас ноги, как ягодицы вообще себя чувствуют, что с ними происходит, потому что у нас еще два упражнения, и они не менее эффективные. Те, кто не так давно присоединился к нам, напоминаю, что меня зовут Мария, мы сегодня работаем на ноги, мы уже сделали 4 упражнения. Достаточно несложные, они простые. И нам осталось еще 2. Так что, кто только что присоединился, давайте с нами. Да, отличное ощущение в бедрах и ягодицах. Там, где нужно. Все должно вот это чувствоваться в наши вот эти места. Отлично, отлично. Ну что, девчонки, мы идем к 5-му упражнению. Я вижу, что вы работаете. Вы работаете. Отлично, отлично. То, что нужно, напрягается как раз. В чем, собственно, и заключалась вся наша тренировка. Отлично. Сейчас нам понадобится снова коврик. Мы встаем на коленочки. Встаем на локти. Вот в таком положении мы находимся. Надеюсь, вам всем видно меня хорошо. Мы вытягиваем, ставим ножку сразу же. Поднимаем ее где-то под 90, параллельно полу. И с этого положения мы работаем сдвоенные махи, сдвоенные даже не махи, подъемы наверх. То есть раз, два, и опять в исходное, вот так же, параллельно полу возвращаем. Она у вас уже напряжена, и мы еще ее немножко пампим. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, давайте работаем со мной, 10, ставим, сразу же вытягиваем, поднимаем параллельно вторую ножку, 10 раз двойных, и раз, можете смотреть перед собой, с вами считаю 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, отлично. Немножко сели, потянули, если у кого-то подзабилось. Немножечко порастягивали бедра. Угу. Мы приготовились. Меняем. И раз, два, параллельно полу ноги. 3, 4, 5, 6. Делаем со мной. 7, 8. Вот они, изолированные мышцы ног. 10. Отлично. Сразу же меняем. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, последние, 10. Опять потянули немного. Потянули, если у вас забиваются ягодицы, задняя часть бедра, вот это. Потянули, потому что она тоже работает, она тоже включена. Как раз задняя поверхность бедра, она немножко, немножко держит вашу попу вот так наверх. И они нам тоже нужны. У нас остался один подход. Давайте, девчонки, подняли левую ножку параллельно полу, отсюда сдвоенные. Раз, два, 3, 4, 5, 6,
7. Давайте. 8. Третий подход уже идет. 9. 10. Вторая нога. Раз. Два. Три. Давайте, давайте. 4. Тянем, тянем. 5. 6. 7. 8. 9. И последний. Отлично. Потянули немножко. Мы закончили это упражнение. Мы закончили это упражнение. Напишите, как вы себя чувствуете. Можете немного попить воды. Отлично, девчонки. Если кто-то еще после меня заканчивает упражнение, ничего страшного, есть время. Угу. Эфир мы обязательно сохраним. Упражнение крутое. Я вам скажу честно, по секрету признаюсь, как делаю его я. Сейчас, конечно, уровень подготовки моей немного другой. Я делаю по 50 раз на каждую ногу. 3 подхода. И делаю это с утяжелителем. То есть, потому что мне уже своего веса не маловато. Мне хочется чувствовать ягодицы. Вот как вы вот сейчас такие новички, да, некоторые вот такие, о, нифига себе, ягодицы чувствуются. Мне тоже этого хочется эффекта, поэтому я прибавляю вес. И количество повторений, соответственно. Когда вы будете делать все больше и больше, вы не представляете, как просто будет гореть ваши мышцы. Как раз изолированные, которые нам нужны, которые вот так вот, чтобы держала задняя поверхность бедра. Носок тянуть не нужно. Отлично, отлично, девчонки. Мы сделали с вами вообще большую часть упражнений уже. И заметьте, они несложные абсолютно для выполнения. То есть их можно смотреть сериальчик свой любимый или вообще что, чем-либо там увлекаться, хобби, и немножко делать. 3 подходика по 10 раз, потом прибавили. Лежа на кровати, господи, вот я иногда реально, если я ленюсь тренироваться, у меня были такие моменты, я просто ложилась там или на живот, или есть еще на боку делаем, да, также махи. И я вот выполняла эти упражнения, потому что даже идти даже куда-то лень, ты можешь это сделать лежа, потому что ты и так лежишь на диване, просто немного поднимай ноги, все. И у вас сразу будет тонус. Супер. Бывает такое, да, что вот вы пишете, что одна нога горит больше, чем вторая. Такое бывает, потому что одна нога может развита меньше, чем вторая. Так что не пугайтесь, не пугайтесь. Просто нужно как бы сделать равновесие между ними, чтобы они гармонично развивались обе. Одна и вторая. Также у нас и с правой, и с левой рукой, да, вы знаете, что правая сильнее намного, левая такая не особо развита. Упражнение несложное, еще раз повторяю, как его усложнить, если вам очень легко. Мы добавляем утяжелители на ноги, по килограмму можете, можете по 500 грамм, там, по 750 есть, да. И можете прибавлять количество повторений. Вы чувствуете, вы сделали 10, да, и, блин, как-то немножко что-то чувствуется, но хотелось бы больше, да. Вот это называется пампинг, вот прямо пампинг. Вот я дошла до 50 раз, и мне пока достаточно, и я на этой цифре остановилась, да, то есть мне нравится. 50 раз я сделаю, у меня все загорело, и все, мне прям круто, так же, как вам сейчас, новичкам. Отлично, у нас осталось 6 упражнение. Нам опять же нужен коврик и нужен, если у вас есть секундомер. У меня есть, но вы можете сделать со мной, потому что я буду засекать время по телефону. Нам понадобится на каждый подход по 30 секунд. 30 секунд плюс 10 коротких раз мы еще будем пампинг добивать бедра. Сейчас покажу, как это делается.
пока мы не выполняем, мы ложимся на спинку. Ножки у нас расставлены, ну, по краям коврика, да, допустим. Мы ложимся, ручки у нас вдоль корпуса. Максимально выжимаем бедра. Мы становимся в одну планку. Вот видите, одна линия практически от плеч и до колен. Вот здесь мы зажали бедра. На 30 секунд мы будем их удерживать. Смотрите, спустя 10-15 секунд вам будет казаться, что вы держите, но вы не держите. Вам просто постоянно оно будет их сжимать, не расслаблять. Вот в таком положении 30 секунд стоим. 30 секунд проходит, и мы еще 10 раз будем добивать. Хорошо? Так что приготовились. 30 секунд я буду засекать. У кого нет подручной информации со временем, я вам помогу. Приготовились. И поехали. Выше бедра. Все. Они у вас зажаты. Они у вас четко зафиксированы. В одну линию стоим. Вы должны их почувствовать, как они у вас там немножко сейчас горят. Мы прям стоим. Уже 15 секунд стоим. Не расслабляем. Смотрите внимательно, чтобы не было этого эффекта расслабления. Держим, чувствуем. Еще 5 секунд. Держим. Отлично. 30 секунд прошло. И поехали. 10 раз короткие. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Опустили. Дышим. Отдыхаем. Отдыхаем. Опять же, это у нас начальный уровень. То есть 30 секунд мы сейчас держали. Ну, вы понимаете, это не предел, нужно держать минуту и потом еще добивать 20-30 раз, сколько угодно. Но сейчас у вас главная задача – это почувствовать ваши ягодицы, как они в статике, у вас зажаты. Прям зажмите вот так в кулачок. Приготовились на второй подход. И хоп, подняли ягодицы, держим. Кулачок сжали, напрягли, пусть почувствуйте их, кто давно их не чувствовал. Они у вас есть, там все есть, все нормально. Немножко нужно привести, допустим, в порядок кому-то. Держим. Еще 10 секунд. Держим, держим, держим. Еще, девчонки, давайте, давайте, давайте. Не расслабляйте, не расслабляйте. Вы не просто подняли бедра. Вы их еще зажали в конце. Отлично. 10 раз добиваем. Раз, два, чуть расслабили. Три, четыре. И снова сжали. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Опустили бедра. Отдыхаем. Надеюсь, вы прекрасно себя чувствуете. Слишком сильно не утомились, потому что у нас еще один подход, крайний, последний. Приготовились, девочки. И зажали ягодицы наверх. Хоп! Держим. Держим, держим ягодицы наши. Отлично. Еще, 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 еще. 15 секунд уже держим. Не расслабляемся. Кто если устал, вы соберите все свои силы последние. Давайте добьем тренировку. Отлично. Еще, 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 еще. Супер. И поехали, добивка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, отлично, мы закончили нашу грандиозную тренировку на ягодицы 6 упражнений. Пишите, как у вас состояние, потому что сейчас мы еще немножко потянемся, буквально 2 минуты, и я смогу ответить на некоторые ваши вопросы. Почему немного времени? Потому что хочу сохранить эфир. Надеюсь, что все получится. Давайте немного потянем. Здесь у нас растягиваются и бедра, и спина с руками. Отлично, потянулись. Садимся прямо. Давайте потянемся к носочкам немного. Сейчас прочувствуйте ноги, как они у вас такие. Начинают тянуться. Обязательно нужно потянуть в конце тренировки, чтобы мышцы не забивались, не нужно их насиловать из раза в раз, а потом им не помогать восстанавливаться. Развели ножки в стороны,
потянулись на одну. Как можете? Я понимаю, что, может быть, среди вас вообще нет людей, которые хорошо тянутся. Это вообще никого не интересует. Вы просто помогите себе сами. Помогите своим ногам с тренировки, своему телу. Просто расслабьтесь и немного потянитесь. Я сейчас вернусь к вашим вопросикам и ответикам, потому что не вижу отсюда серединочку. Отлично. Вот такая небольшая растяжка на одну, на вторую сторону и прямо. То есть у вас уже немного растянулись ножки. Вытянулись наверх. Прямая спина. Немножко потянулись. Ручки в стороны. Чуть назад. Спинули лопатки. Встряхнули ручки. Встаем. Ручки в замочек. И немножко повисим вниз. Опускаем полностью голову. Полностью опустили. Стоим полностью расслабленно. Не нужно себя сдерживать, если вы уходите вниз. Отлично. Ну, еще раз ручки. Ножки немножко. Ну и все. Мы с вами полностью от А до Я сделали тренировку. Мы размялись, мы сделали 6 упражнений крутых, очень простых при этом, очень эффективных. И сделали небольшую растяжку на ноги. Обязательно их растягивать, потому что они у вас, вот она мышца, да, она сейчас не вообще напряжена максимально. А вы ее раз расслабили, и она такая обратно вытянулась, да. Может быть, у вас и будут, конечно, болеть ноги, ягодицы и так далее, но вы поможете себе немножко восстанавливаться. Если у вас есть какие-то вопросы, я прошу вас, задавайте мне эти вопросы. Если кто еще не зарегистрирован на Coral Club, зарегистрируйтесь, потому что там будет мой авторский чек-лист со всеми упражнениями. Они расписаны от и до, как их нужно выполнять, с картинками, с временем, то там добавляются и веса, и количество повторений, то есть список на 4 недели. Если вы будете выполнять все рекомендации как-то... Так, все в порядке, отлично. Я уже запереживала, чтобы не слетел. Так вот, в этом чек-листе написаны все рекомендации. Если вы их будете выполнять, я вам обещаю, что у вас форма будет, допустим, не в стороны, да, вот этот вот, если кого-то не устраивает, да, она у вас будет как бы назад, вот она у вас назад, как чемоданчик, немножко вытянется сюда. В принципе, я думаю, этого эффекта мы все и добиваемся. Отлично. Пейте водичку, не забывайте обязательно. Вы, опять же, будете насыщать свои мышцы водой, кислородом. Обязательно тренируйтесь, особенно женщины. Я вам скажу, что это некая обязанность наша. Чтобы оставаться молодыми, красивыми и так далее, нам нужно тренироваться и нам нужен коллаген. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте, пишите. У меня есть буквально одна минутка или две, и я сохраняю этот эфир. И еще хотела поделиться с вами информацией о том, что следующий ваш коуч, скажем так, Ульяна, она будет в среду, она вам расскажет про клетчатку, о ее необходимости, понимаете, зачем она, в каком количестве. И, в общем, она осведомлена по этому вопросу полностью. Так что обязательно. Я вас всех благодарю за то, что вы были со мной сегодня, что вы посмотрели прямой эфир. Еще раз напомню, что если кто-то сейчас присоединился или пропустил все, тренировка была огненная. Чек-лист я вам оставляю, регистрируйтесь и выполняйте задания, вы будете вообще самыми прекрасными. Главное, любите себя. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что, может быть, мы когда-нибудь с вами еще встретимся. Всем пока!